Здорово, мои дорогие. В общем, мне тут птичка накумекала, что вы реально хотите, чтобы я занимался Ютубом. Это странно, но я попробую. Короче, сейчас, в общем-то, иду я в школу, одет крайне по стилю. Ну, я старался. Ненадолго вообще я туда такое залечу, сдам географию. И все, пойду, потому что у меня заканчивается четверть. 15 мая, ребятки, представляете, вообще это что за счастье? Вот заканчивается четверть, и потом все, я свободен. Приехали в отель, короче, сижу. Ну, у нас не отель, у нас больше домик. Да, у нас домики. Сейчас выйду на улицу, тоже вам покажу вид. Тут очень круто. Мы уже побывали на гнатной дороге, я попытаюсь для вас это как-то все вам смонтировать и показать. Блин, по-настоящему уже вечер, уже даже закат прошел. Там еще на другой полянке, там лес, там озеро. Сейчас вам все покажу. Короче, по-настоящему просто уже закат весь прошел, и прям все здесь в рассвете, смогу вам показать только завтра утром, потому что мы тут завтра до вечера, родители еще тут остаются, завтра уже просто дела начинаются. Я очень люблю жить в домиках, а не в отелях, поэтому это очень круто. Там ресторан, поле. Здесь вот мы ходили сегодня на самом верхнем пути. О, ребятки, это было очень страшно, я вам скажу. Нет, только не шпагаты, пожалуйста. Я, пожалуй, тупо посижу. Мы лазили вот по этому городку. И там было задание следующее. Скатиться вот по этой вот канатной дорожке. Я надеюсь, вы ее видите. Туда я, в общем, скатился нормально. Но назад, когда мы катились... Вон оттуда. Мне сказали: Вань, только ноги поднимай, потому что там, типа, ты летишь, и прям вот низко над водой можно ее руками коснуться. И как вы думаете, что я сделал? Начинаю ехать по ней, и тут... Приближайся, в общем, к середине пути. Лечу, и как вы думаете, что происходит? Я не могу, главное, перевеситься назад, чтобы поднять ноги. И вот прям, вот как на вейкборде по этой водичке проскальзываю, и в этом же озере я остаюсь. Видео, как я качусь туда, у меня осталось. Доброе утро. В общем, мы походу встали. Короче, пошли мы, в общем, на завтрак. Все круто. Я до последнего не хотел вставать, но меня подняли. Сидим уже в ресторане и ждем еду. Мне принесли мои блины девочкам по запеканке. Там родители сидят, кушают. За окном прекрасный вид. И, короче, все очень круто. Мы позавтракали. В общем, идем в номер. Сейчас поедем в парк птиц. Привет, я Лера. Едем в парк птиц. Помашем в камеру. Алло. Короче, в общем, мы приехали в парк птиц. Тут не только птицы. Мы зашли куда-то. Мы не знаем, можно было сюда заходить или нет, но дверь была открыта. Поэтому мы пошли гулять. Тут очень красиво. Здесь все в стиле джунглей таких выполнено. Круто. Короче, пошли мы туда. Рыба, привет, подруга. Идите, давайте быстрее. И смотрите, какие ребёшки. Это дикобразы, я просто в шоке. Смотрите, это обезьянка какая-то. Привет, такой ходоченький. Посмотри в камеру, по-братски. Какой ты красивый. Здесь просто нереально много животных и птиц. Все такие красивые, прям хочется их так на ручках подержать. Жаль, этого делать нельзя. Смотрите, а это овцы. Пипец, он рогалик. Смотрите, какие у него большие рога. Фоточку на память. Пишу. Ты такой красивый. Ты за нами идешь, да, зайка? Какой ты красивый. Капец, у него даже рога шерстью покрыты. Селфи на память. Капец. А представляете, если он прям сюда близко подойдет? А если он пнет, Ваня, мы все увидим. Капец. Или пухнет. Какая ты реально красивая, да? Смотрите, какая классная. Утизайка какая. Короче, уже вернулись отовсюду, все, мы уже едем в Москву. Залетаем в поезд. Мы, короче, сели, все, сейчас поедем. Мы наконец-то приехали. Ехали относительно вообще недолго. Мы думали, что будем дольше ехать, но пригнали быстро. Вы как? Капец, ребятки, все, в общем, я уже приехал на свою станцию метро. Я иду домой. Купил себе похавать на всякий случай.
И на улице начался дождь, прям вообще прям лютый дождь. И не знаю, что делать, надо бежать. Капец, я надеюсь, вы это слышите, ребятки. Просто нереальный дождь, просто реально очень сильный дождь начался. В общем, я уже приехал домой, переоделся, уже хожу по дому, релаксирую. Хочу уже спать по-настоящему, хотя еще очень рано. Всем пока, спасибо большое, что были со мной.